это моя крепость. Я родился в 1974 году в Джузакском оазисе, где климат очень уникален, а флора и фауна бесподобны. Я создал свой дом, свою крепость знаний из обширной степи. В оазисе много мест восхваления. Но слышали вы о Джузакском государственном педагогическом институте? Позвольте мне рассказать вам о себе. Мой девиз – успех, свободное мышление, образование, стремление, не уставать от исследований, делать смелые шаги в будущее. Вы можете услышать мой голос из уст 600 профессоров и преподавателей, а также 13 тысяч студентов, прибывших из различных областей нашей страны и обучающихся в моих стенах. Вы видите меня в глазах 13 тысяч выпускников, которые каждый год успешно заканчивают свое обучение у меня. Я – Джизакский государственный педагогический институт. Я с первых дней учебы стремлюсь хорошо учиться. Я студент. Я учитель, который любит свою профессию и чувствует себя счастливым со своими студентами. У нас есть все условия для учебы. В настоящее время Джизакский государственный педагогический институт имеет 10 факультетов и 32 кафедры. Команда состоит из около 600 преподавателей, 30 докторов наук и более 130 кандидатов наук. Вы знаете, я никогда не сдаюсь, никакая сила не может победить меня, потому что я верю в то, чему меня обучают. Это поможет мне на протяжении всей моей жизни. Я стараюсь быть хорошим учителем для всестороннего развития нашего будущего. Моя библиотека обогащена 150 тысячами книг по различным жанрам литературы и науки. Сцены из жизни, мелодии и песни. Существуют различные кружки для творческих студентов. Есть хор, оркестр и театр. Я слушаю всех. Я узнаю кое-что из того, что слышу. Я всегда стремлюсь к благородным целям. Вы тоже хотите быть в наших рядах? Тогда спешите. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приходите в нашу крепость. Не теряйте времени. Джизакский государственный педагогический институт ждет вас.